Логичным и правильным назвал поступок акима Туркестанской области первый заместитель премьер-министра. Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Умурзак Шукеев – опытный руководитель. Вице-премьер назвал его политическим тяжеловесом и поддержал своего коллегу в принятом решении. Была ли принята отставка к этому часу, пока неизвестно. Напомню, Умурзак Шукеев подал в отставку после того, как вступил в силу обвинительный приговор за коррупционное преступление в отношении его подчиненного, экс-акима Кентауда Урена Мхажанова. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Умурзак Ситаевич – опытный руководитель. Он долгое время возглавлял и возглавляет различные структуры государственной службы. Человек, так скажем, можно назвать его действительно политическим тяжеловесом. Закон о государственной службе гласит о том, что в случае признания доказанной вины судом подчиненного, непосредственный руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что он сделал, это совершенно логично и правильно.